Ну что, коллеги, будем начинать наш вебинар. Я представлюсь, меня зовут. Меня слышно? Можете написать в чате, пожалуйста. Все, супер. Меня зовут Юлия, я представитель Dexus Hotels, Объединенные Арабские Эмираты, и сегодня мы проведем для вас вебинар по нашим новинкам, по нашим текущим акциям, что у нас новенького произошло за последнее время по эмиратским отелям. Как вы знаете, скоро, 2 декабря, Эмираты будут отмечать свое 52-летие. И вообще, Объединенные Арабские Эмираты состоят, состоят из семи Эмиратов. Мы представлены в трех. Это Раслихайма, это Абу-Даби и Дубай. Начнем с нашего самого такого молодежного, самого зажигательного отеля. Это Rixos Premium Dubai. Находится в самом центре Джибиара, в самом центре дневной, вечерней и ночной жизни. До колеса обозрения примерно 10 минут пешком, до Марина Мол тоже минут 10 пешком и до метро тоже очень близко, тоже можно дойти буквально там за 10-15 минут. Что нового по отелю? Мы открыли наш третий бассейн. Теперь у нас три бассейна, которые ближе к пляжу. Это бассейн только для взрослых, и он новый, 16+. И как раз с него открываются все самые красивые инстаграмные фотографии. Делаются вот с этого как раз ракуса. Наш семейный бассейн находится слева. И есть еще для самых маленьких, он на самом-самом верху. Как я уже и сказала, что мы Активные это для молодежи, для пар, для бизнесменов, но несмотря на это, к нам также приезжают семьи с маленькими детьми. Но прошу заметить, что все-таки отдых будет направлен только на взрослых. Для маленьких детей, вот как я уже сказала, повторюсь, есть небольшой бассейн, также есть Рикси Клаб, он тоже небольшой по площади. Мы его, кстати, недавно обновили, буквально месяц назад. Есть также коляски предоставляются по запросу, и нянечка по запросу 125 дирхам в час, максимум 4 часа. Все, на этом детский отдых заканчивается, детские э, возможности, э, и начинается отдых для мамы и папы. Э, в нашем отеле есть обязательный депозит, он э, стартует от 1500 дирхам за номер примерно за неделю. И по типу питания мы работаем на завтраке и на завтраке и ужине, обед мы не сервируем. Также у нас есть а-ля-карт рестораны, они будут за дополнительную плату. Вернемся сейчас немножко к нашим номерам. Вот когда вы будете бронировать наши номера, они, и у вас выходит в списке сначала номер Deluxe, потом идет Premium, потом идет One Bedroom Deluxe Suit, One Bedroom Premium Suit, вот на что стоит обратить внимание. Вот если вы видите в названии номера слово Deluxe, это означает, что вид у вас будет как на этой картинки на нижней. То есть это будет вид на город, частично вид на море. И если вы увидите название премиум, это означает, что вид будет на колесо обозрения и на Арабский залив. Также самая высокая категория это Two Bedroom Premium Sweet. А, максимальное а, размещение 4 плюс 2. И у, именно у этой категории есть привилегии, которые гости получают. Также есть небольшие привилегии для сьютов. Это One Bedroom Deluxe Suit и One Bedroom Premium Suit. По нашим алекарт ресторанам Как я уже сказала, что алекарт рестораны у нас за дополнительную плату. Вот пару слов хочу сказать про них. Вот на этой картинке представлен наш ресторан «Осиль». Это марокканская, ливанская, турецкая кухня. Это очень знаменитый наш ресторан. Он занимает 32 место из 8800 ресторанов Дубая. Бронировать столик лучше заранее. Ресторан с прекрасной кухней, с живой музыкой и вот с такой невероятной террасой. И гости, которые бронируют столик на террасе, они получают бонусом вот этот великолепный вид, потому что если приглядеться на картинку, вы можете видеть... Эйн Дубай, и как раз вот закат в сторону, в, этой будет стороне, и можно наблюдать просто потрясающие виды, особенно по вечерам. Также еще хочу сказать отметить наш бар, который называется Lock Stock and Barrel, сокращенно называется LSB, где гости могут не только что-нибудь выпить, также могут перекусить, но и потанцевать до 3-4 часов утра. Из 9 часов играет диджей, играет также живая музыка. И по вторникам у нас Ladies Night. То есть для девушек три коктейля, три напитка абсолютно бесплатно. Ну и также по различным дням есть специальное предложение. Там скидка, например, на еду, скидка, например, на безлимитные напитки и так далее. И также хочу поделиться с вами нашей главной новостью по поводу Нового года. К нам приезжает Джон Ньюман, и также вы видите на этом слайде нашу программу, что вообще будет, сколько это стоит. Вот внизу вы видите цена. Это для гостей, которые у нас не проживают в отеле, но хотят прийти на наш новогодний ужин. И я почти уверена, что вы все знаете, кто такой Джон Ньюман. Если нет, то я вам сейчас немножко напомню, попробую включить видео. Ну что, все, наверное, знаете этого певца. И чтобы почувствовать нашу атмосферу отеля, мы сейчас вернемся немножко назад и посмотрим видео. Since you left, different ways. Your voice still popping in my chest, and I still hope. I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land. Magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical. Также у нас есть три бесплатных шаттл до торговых центров: Mall of Emirates, Hills Mall и Outlet Mall. Расписание гости берут на ресепшн, проходит автобус, и гости едут по определенному расписанию. Также хочу также поделиться с вами новостью: мы уже установили елку в нашем лобби. Елка наша состоит из прекрасных разноцветных шаров, невероятной просто высоты. И атмосфера Нового года уже начинает чувствоваться практически во всем Дубае. Молы уже ставят елки, все украшают. И несмотря на то, что за окном погода у нас практически 30 градусов, приближение Нового года чувствуется. Что-то я еще вам хотела добавить по с Премиум Дубаи. Кстати, на фотографии вот вы также можете видеть наш Рикси Клаб, про который я говорила. Если будут вопросы, задавайте, пожалуйста, в чат, либо в конце нашей презентации я обязательно с вами поделюсь моими контактами. Можно будет также написать мне на WhatsApp, если у нас не хватит времени на, ответ, на ответы на вопросы. Ну что, переходим к нашему следующему отелю. Uh, это Риксос The Palm Dubai Hotel and Suits. Находится он на пальме Джумере. Это самая верхняя ветка и в самом конце. За счет этого у нас большая зеленая территория. На минуточку это самый зеленый Риксос вообще в Объединенных Арабских Эмиратах. И у нас один из самых больших пляжей. Протяженность его практически один километр. Uh, одно из важных и главных новостей, это то, что владельцы пальмы, самой пальмы, они делали реновацию пляжей где-то было, наверное, месяца два назад, и они проводили ну, необходимые работы на всех пляжах. На всех пляжах. Мы, кстати, поставили новые кабаны. Они выглядят как Старинные лодки Доу арабские, они бесплатны для гостей, гости могут ими пользоваться. Вход в море пологий, белый песочек, вода прозрачная, абсолютно ничем не пахнет, поскольку мы находимся в самом конце, и поэтому у нас природная циркуляция воды, в том числе и водорослей, месяц назад 100% не была. Я думаю, что сейчас тоже нет, потому что температура уже заметно пошла на убыль. И еще, как вы видите на слайде, вот это наше основное здание, которое состоит из двух небольших корпусов. И сзади вы видите повыше это наши, наши luxury Sweet collection. Здание было построено чуть попозже, но более новое. И здесь находятся наши великолепные сьюты от двухкомнатных до пятикомнатного э, номера. Размещение в пятикомнатном 10 плюс 3, то есть большие семьи. Большие компании прекрасно разместятся в таких номерах. И плюс у всех счетов есть определенные привилегии, гости ими могут воспользоваться. Например, если мы говорим про пятикомнатный, то одна из привилегий является, что гости могут заказать завтрак прямо в номер, либо они могут также поужинать на террасе, там есть терраса за бассейном у некоторых номеров, и шеф-повар что-нибудь для них приготовит, прям барбекю, что-нибудь пожарит прямо на их собственной террасе. Также между двумя корпусами основного здания вы можете видеть здесь полуолимпийский бассейн. И здесь находятся наши номера, которые называются Wellness. Их всего четыре номера, и они с прямым выходом к бассейну. Здесь размещаются только взрослые. И вообще территория пляжа, она так негласно поделена на зоны. Здесь в основном с детьми обитают, здесь в основном только взрослые, и здесь уже смешанные, здесь больше всего людей, больше всего семей, потому что здесь у нас находится наш алкогольный бар, где гости могут взять абсолютно любые напитки. Система питания ультра, все включено, самое первое, единственное в Дубае, когда для гостей все будет бесплатно, в том числе и посещение а -карт ресторанов. И продолжим так нашу презентацию с видео. скажу вам еще одну новость по секрету. Вот сейчас я вернусь назад на нашу главную страничку. Как я сказала, что основное здание состоит ну вот, из двух частей. Вот самая передняя часть мы сделали здесь полностью реновацию всех номеров, всех категорий, которые здесь. И в ближайшее время эти номера будут доступны для бронирования. Номера Абсолютно, практически вообще прям а, абсолютно новые. Прошу прощения, уже заговариваюсь, а, Невероятного дизайна они такие в бело кремовом бежевом стиле. Стиль такой боха, минимализм а, очень классно. Я надеюсь, у нас будет такая возможность поделиться в скором времени с вами фото и видео. А, Почему мы сейчас не выдаем их продажу, поскольку мы ждем? Мы не знаем, пока будут ли они называться под другим, ну, под другим именем, что это реновированные номера, будут ли они под другой стоимостью? Мы ждем эту информацию в ближайшее время. Как только у нас будет возможность, мы обязательно с вами поделимся этой прекрасной новостью. Но я бы очень хотела, чтобы вы знали, что эти номера уже готовы и скоро, очень, и скоро будут доступны для наших гостей. По, основному, по основным номерам также хотела напомнить начальная категория Deluxe, премиум, как я уже говорила, в Elmas всего 4 номера, это с прямым выходом к бассейну и только для взрослых. Вот чем отличается Deluxe от премиума? В премиум всегда будет стоять диван, и диван раскладывается. Также особенность есть по балконам. Вот во всех категориях номеров, где это не сьют, это означает, что балкон не гарантируется. То есть балкон по возможности. У нас есть номера как с балконом, так и без балконов. Пожалуйста, обращайте на это внимание. И еще одна прекрасная новость. Мы продлили нашу акцию с аквапарком Атлантис. Как вы знаете, это самый большой аквапарк в мире. И мы предоставляем нашим гостям билеты на всю семью и бесплатный трансфер при бронировании от 4 ночей. То есть гости, которые остаются у нас 4 ночи и более, могут посещать аквапарк Атлантис бесплатно, хоть каждый день. А гости подходят на стойку Guest Relations, записываются, берут билеты и едут в аквапарк. И вообще, если говорить про аквапарк Атлантис, туда поехать на два часа ну, просто нереально. Но это место сто процентов обязательно к посещению возвращаемся к нашему питанию как я уже сказала это ультра все включено у нас здесь два основных ресторана это туркласс и аля турка вот именно в ресторане Аля турка есть детский стол в детском меню где маленькие дети и гости могут выбрать что они хотят покушать и также там есть баночное питание но скажу вам так по секрету что этот стол пользуется не только популярностью у маленьких детей но и взрослые тоже охотно берут оттуда еду. Она очень, вкусная. И наши алекарт рестораны это Тора Лока, Стейкхаус, Бодрум, турецкая кухня и Лаливио, итальянский ресторан доступные для бронирования. Гости также приезжают и записываются в Алекарт-ресторан, который они хотят посетить на определенное время в определенный день. Также для гостей доступно и наше кафе «Патиссари». И также буквально несколько месяцев назад, наверное, 3-4, мы открыли наш новый бар. Он называется Бар 1. Он находится в основном здании. И гости могут выпить алкогольный, так и безалкогольный коктейль, посмотреть любимые матчи, поскольку бар оснащен экранами, могут поиграть в бильярд, ну и также провести время за прекрасной беседой, пообщаться друг с другом, либо там есть живые выступления, живая музыка, либо насладиться прекрасной музыкой, в том числе. И новогодняя программа. Я вот не знаю, мешает ли вам этот экран или нет. Я могу его так вот сдвинуть, если вы тоже его видите. И а, у нас будет выступать Карлтон Джей Смит, группа американская на, в Новый год. А, на площадке, на этой площадке будут накрыты столы, там будет отстроена сцена, и гости будут встречать прекрасный 2024 год. Я вспомнила, что я хотела вам сказать про Риксас Премиум Дубай, про Риксас Депалм Дубай как вы знаете, салюты будут организованы на Бурдж-Халифа, но сразу скажу, если гости хотят посмотреть салют на Бурдж-Халифа, туда надо ехать примерно часам к двум дня и все это время быть там, иначе потом будут закрыты дороги, будут сложности добраться, и места просто там не останется. Там просто будет всемирное столпотворение, чтобы посмотреть шоу и салюты. Для гостей, которые остаются на GBR и на Пальмы, для них будут прекрасный салют с Эйн-Дубай, будет прекрасный салют со всех Атлантисов, в том числе. И для гостей GBR они могут, гости, которые будут жить в номере премиум, будет прекрасная возможность посмотреть, прямо не выходя из номера, все салюты. И для гостей Пальмы тоже будет прекрасная возможность: то есть близко Атлантис, все это будет видно. Все салюты с GBR тоже будут видно с Рикса de Palm Dubai. Идем дальше. Еще пару слов скажу про Rixi Club. Вот именно в Rixi The Palm Dubai у нас один из самых больших Rixi Club'ов. Если когда мы говорим про Rixi с премиум Дубай, что это все-таки молодежный отель, такой тусовочный отель, то Rixi The Palm Dubai – это семейный отель с большим акцентом на детский отдых в том числе. Переходим к нашему следу... А, кстати, по депозит. Депозит у нас тоже есть. Он обязательный. 1000 дирхам за весь период проживания. И есть бас до Моллов Эмирейтс. Ходит каждый день. Идем дальше. И переносимся с вами в Абу-Даби. Если у вас спросят, где самые красивые пляжи, где самое красивое море, вот просто с 200% уверенностью можно сказать, что это Садят Айленд. Садят Айленд, остров, он охраняется государством. Вот все моторизированные видные воды, видные, водные виды спорта, какие-то там шумные вечеринки, салюты, они запрещены на нашем пляже вот вы видите что у нас есть вот такая вот дорожка на пляж и кустики вокруг вот в этих кустиках гнездятся черепашки и период гнездования у них февраль то есть очень очень скоро у гостей будет возможность понаблюдать за этим милым и таким волнующим и важным процессом также на нашем пляже были замечены газели. Они уже не боятся и абсолютно чувствуют себя свободно и ходят по нашему пляжу. И также у гостей есть великолепная возможность и шанс поплавать в море прямо с дельфинами, поскольку дельфины очень частые гости именно с Адидада. И, наверное, где-то летом были закрыты вообще все пляжи Абу-Даби, потому что к берегам приплыли касатки. Касатки это не дельфины, поэтому купаться нельзя было вообще нигде на протяжении одного или двух дней. Вот вся вот эта вот информация, то, что я сейчас говорю, в принципе, есть у нас в Инстаграме, можно посмотреть, отлистать ленту. И там это видео, как касатки прямо к самому берегу приплыли, оно есть. А теперь немножко возвращаемся к рейсам с премиум Айленд. Система питания все включено, все эксклюзивно. И именно систему питания все включено, все эксклюзивно, вы будете чувствовать начиная с нашего лобби. Вот такое лобби прекрасное, будет встречать всех гостей. И вот эта вот уникальность, что вы в уникальном месте, вы будете ее ощущать на протяжении всего вашего отдыха от самого оцеля, от самой атмосферы, от самого пляжа. Ну, на самом деле он невероятный. Как вы видели на нашем слайде, вот бирюзовая вода, белоснежный песок, так оно и есть. Особенно когда на небе тучки а, сгущаются, они такого темного цвета, это настолько оттеняет цвет воды, что хочется просто фотографировать каждую секунду этого момента. И начнем тогда с нашего видео. Посмотрим. Депозит есть, 1000 дирхам за весь период проживания. И, кстати, все помнят, что туристический налог в Абудаби с сентября был отменен. Есть бесплатный шаттл-бас до галлири Гости также могут взять расписание и поехать в торговый центр. Пару слов хочу сказать про Даби Когда все знают, что Дубай ⁇ это прям очень такая насыщенная, тусовочная. Жизнь. Если мы говорим про Абу-Даби, то это больше культурная столица. Недалеко от самого Садиата есть лур. Это минут примерно 20 на такси. Также можно быстро доехать до Яс Айленда, где находится Феррари World. Кстати, недавно открыли Сея World это самый большой аквариум в мире. Буквально три недели назад я все-таки до него доехала и посетила. Вот. Вообще первое впечатление, что туда надо ехать самому сначала все посмотреть, а потом уже брать с собой детей, поскольку для взрослых это тоже интересно и вызывает просто невероятные эмоции от того, какие там огромные аквариумы, сколько там морских обитателей, и плюс мне что поразило. Там есть комната вы заходите, там абсолютный минус, лежит снег, и ходят пингвины. Я вообще не знала, что пингвины, они, у них не кожа, а у них перья. Их можно было просто рассмотреть вблизи и даже потрогать. И можно было посмотреть, как они ныряют в воду, вы все это видите прям под водой, и как они там плавают. Но это очень интересно, очень красиво и очень познавательно. Прям я очень рекомендую гостям, которые поедут в Абу Даби, посетить Sea World в том числе. Идем дальше. А, так, я перемещаю тогда в другую сторону. А, по нашим номерам не во всех номерах тоже есть балкон. Обратите на это внимание. И у нас очень много номеров с пул акцесс, то есть с прямым выходом в бассейн. Как вы видите, у нас есть небольшая такая калитка, где, если что, можно закрыть. И именно в номерах с пул акцесс мы в том числе селим семьи с детьми. По максимальному размещению у нас двухкомнатный номер. 4 плюс 2 в том числе. Это максимальное будет размещение. По Рикси Клабу также есть Рикси Клаб, также есть Тинс Клаб. Тинс Клаб это когда подростки могут найти чем себя занять. Специальная комната с настольными играми и с Sony PlayStation в том числе. И плюс фишки содержат в том, что у нас есть бассейн с искусственной волной. Фото нету, к сожалению. Ладно, попозже покажу. Бассейн с искусственной волной. Также есть аквапарк для маленьких детей. Так и есть горки для взрослых тоже будет интересный. Есть мини-диска для деток. И единственная в Эмиратах снежная комната. Она небольшая по площади, но когда вы открываете дверь, у вас все в снегу. Вот я сейчас покажу у нас следующее чуть попозже видео. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Все а-ля карт рестораны для гостей тоже бесплатно, но есть одна небольшая особенность. В первый день, когда гости приехали, а карт рестораны недоступны. То есть они могут пойти только в основной ресторан Турквас. Начиная со второго дня они могут уже пользоваться а карт ресторанами. Но в первый день обязательно записаться во все, куда они хотят попасть. Из новинок мы открыли наш новый ресторан Ориент. Это турецкая кухня и он только для взрослых 16+. плюс. По Новому году тоже известная программа. Можете посмотреть, заскринить. Тоже будет выступать диджей с 22.30 до 12 ночи. И, соответственно, новогодняя вечеринка. Также мы анонсировали, что у нас будет каток, где гости могут покататься на коньках в том числе. Идем дальше. На территории Риксас Премиум Садиат Айленд не забывайте, что есть наши прекрасные виллы, эксклюзивные виллы. Их всего 12 штук. И посмотрим наше видео. А, Вилл всего 12, как я уже сказала, и у Вилл есть определенные привилегии, такие как Батлер, либо это Вип-трансфер в обе стороны из аэропорта Абу-Даби и Дубаи от 5 ночей, в том числе. А, идем дальше. Следующий отель: Это э, так, у нас Риксас Бабль бахр находится в Росальхане. Я думаю, что вы уже сами можете рассказывать про наш Риксас Бабульвахар, мне в том числе. Единственный наш отель, система питания ультра все включено, и единственный наш отель без депозита. 13 баров и ресторанов абсолютно бесплатно. И единственный наш отель где гости могут кушать практически 24 часа в сутки. Наш лекарт ресторан открыт вплоть до 6.30 утра, и если ваши гости приезжают там в 2-3 часа ночи, они найдут, где покушать в том числе. Также возвращаемся к нашим номерам по реновации. Реновацию мы ожидаем. К сожалению, пока определенной даты старта у нас нет, но мы отреновировали наши аллекарт-рестораны, мы отреновировали нашу зону бассейнов, нашу зону вообще территорию отеля в том числе и на данный момент для гостей доступны два а, типа номеров а, абсолютно новые это interconnect и kids escape мы чуть-чуть дальше к ним вернемся но сейчас задержу ваше внимание на основных номерах которые в принципе чаще всего бронируются это deluxe и премиум вот номер deluxe балкона нет сразу вам скажу балкона нет, в этом номере. Поэтому обращайте внимание на те категории, где балкон гарантируется, если это очень важно для ваших гостей. И по новым номерам Interconnect, это двухкомнатный номер, как вот на верхней картинке, состоит из двух спален. И Kids Escape, это когда одна спальня вот такая, а вторая комната вот такие с такими прекрасными красными домиками для маленьких детей. Честно скажу, что детям очень нравится спать в таких домиках. Они там ползают, бегают, играют, и их не очень много. Поэтому если гостям важно попасть в такой номер, пожалуйста, бронируйте заранее. И еще хочу сказать по ля карт ресторанам. Их 13 баров и ресторанов, и гости могут посетить абсолютно каждый. Если они, например, там, приехали на неделю, то если мы говорим про Seven Heights, это основной ресторан, там каждый вечер будет определенная кухня, там турецкая, греческая и так далее. И плюс ля рестораны, это просто будет ну, гастрономическое наслаждение для гостей. И за всю неделю, можно даже не успеть все рестораны посетить в том числе. Поэтому нужно приезжать подольше и обязательно посетить все наши лекар-рестораны в том числе. Новогодняя программа уже известна, все, как вы видите на слайде. И Эмират Рассельхайма славится чем? В том числе и прекрасными салютами. Каждый год они стараются делать такой салют на Марджан-Айленд, чтобы их занесли в книгу рекордов Гиннесса. В прошлом году это было самое большое количество дронов запущены и самый, по-моему, долгий салют, который был. Этот год будет не исключением, и у гостей будет прекрасная возможность прямо из самого отеля понаблюдать это великолепное шоу фейерверков. Рикси Kids Club тоже один из самых больших. Также есть Teens Club, отель с большой территорией, с активной анимацией. Есть две сцены для взрослых, для детей. же анимационные шоу, которые гости могут посмотреть, насладиться. И также сейчас уже мы возобновили, когда в течение дня огромные эти ростовые куклы развлекают детей, проходят барбекю в течение дня, там шоу мыльных пузырей и так далее. То есть наши гости привыкли поехать там в Турцию и получить такой огромный заряд энергии от анимации. То есть гости все это могут получить и в Риксас Бабальбахар. Это наш единственный отель с очень-очень активной, прекрасной анимацией. И когда я была в прошлый раз, я просто не могла оторвать взгляд, насколько это было завораживающе и интересно. И там было акробатическое шоу. Я смотрела и думала, господи, мне хочется так же, как это повторить. Вот, это очень зажигательно. И наш последний отель, это Риксас Марина Абудаби, возвращаемся в Абудаби, наш городской отель, но несмотря на то, что он городской, у нас первая береговая линия, свой собственный песчаный пляж с белым песочком, напротив отеля находится торговый центр, примерно минута ходьбы, он небольшой, но там можно купить все самое необходимое, и, так, прошу прощения, можно я на минутку вернусь. Рикса с бабальбахара я забыла вам сказать важную новость. Если вы не знали, мы возобновили наш трансфер до Мол, до Дубай Мол, и гости могут воспользоваться им, записываются на ресепшн, стоит 70 дирхам в обе стороны и поехать от Рикса с Бабуль до Дубай Мола. И посмотреть и фонтаны, и пошопиться, и Бурдж-Халифа в том числе. Простите, забыла такой важный момент, но я не могла это упустить. И возвращаемся к Марина, Риксас Марина Абудаби. Посмотрим тогда видео. Так. Новый прекрасный отель. Расскажу немножко про особенности. У нас, к сожалению, мало времени остается, я буду очень-очень быстро говорить. Супериор а, рум до восьмого этажа балкона нет, делакс рум с восьмого по тридцать шестой балкона нет, премиум рум с девятого по тридцать шестой балкон есть. Вот обратите, пожалуйста, внимание, премиум рум, он именно с гарантией балкона. Система питания завтрак, завтрак ужин, и все включено. Но все включено немножко со звездочкой, потому что в номере есть мини -банк. Бар, это все, что в холодильнике. Вот все, что в холодильнике, будет за дополнительную плату. А, капсульная кофемашина, чай, кофе, вода – это бесплатно. А, также есть депозит на для гостей, которые выбирают тип питания завтрак либо завтрак-ужин 400 дирхам в сутки и 300 дирхам в сутки. На системе питания включено, мы депозит отменили. И по а, питанию. Основной ресторан Турквас, где гости завтракают, обедают и ужин, если у них все включено. Ресторан People's это а-ля-карт ресторан. Он работает днем, днем гости могут пойти, и по системе а-ля-карт могут выбрать себе прекрасный, абсолютно обед. Также People's ресторан работает на ужин, но бесплатно он будет, если у гостей минимум 7 ночей проживания. Также есть наш бейкер-клаб, где сэндвичи, чай, кофе гости тоже могут воспользоваться. И пару слов хочу сказать про антидот-бар. Это бар, где гостям подают алкогольные напитки и играет живая музыка с 9 часов вечера. Можно прекрасно провести вечер. И наши бары на пляже в том числе для гостей доступны. Хочу с вами поделиться на, а, по новогодней программе. Пока новогодней программы, к сожалению, нет, но в ближайшее время, надеюсь, мы ее получим, и мы обязательно публикуем ее в нашем Телеграм-канале. Пожалуйста, сканируйте, фотографируйте, пока у нас еще э, вебинар идет, и... Вот все новости, все, что вам говорила, в принципе, все есть. Можно туда скачивать наши эти брошюры новогодние, мы уже поделились. Можно брать видео, делиться ваших в ваших соцсетях, в том числе. И есть точно такой же телеграм-канал для Казахстана. Вот без разницы. Контент абсолютно идентичный. Можно просто будет набрать Риксельс, Qatar и выбрать для себя. Ну, тот, который вы хотите. И поделюсь своими контактами, если я сейчас не успею ответить на вопрос, либо они у вас потом появятся, обязательно пишите на WhatsApp. Если ваши гости приезжают к нам в отеле, тоже, пожалуйста, пишите там пожелания, какие у них есть, либо можно нам на электронную почту. И благодарю вас, спасибо, что пришли на этот прекрасный вебинар, спасибо, Фанансан, за организацию всего. И попробую сейчас тогда, пока у нас есть время, посмотреть, посмотреть, что вы мне писали. Отдельные билеты как можно приобрести? Я думаю, что это про Rixos Premium Дубай. Вам нужно зайти на Инстаграм, там будет ссылка на галаужин ужин с Джоном Ньюманом и перейти по ссылке, связаться с нашим специалистом, либо специалист вам перезвонить, а, нужна будет оплата заранее. А, есть ли номера с балконом? Если вы говорили про Рикса с премиум Дубай, нет ни одного номера с балконом, на, а номера без балконов совсем. Если у вас есть вопросы, задавайте. В принципе, я думаю, если это возможно, можно подключиться голосом. Я буду рада пообщаться. Если ну, я тогда сейчас вернусь на предыдущий слайд, на телеграм-канал, чтобы у вас было чуть побольше времени присоединиться. Ну что, уважаемые коллеги, благодарю вас за вебинар. По таймингу мы уже все заканчиваем, к сожалению, но мне бы, конечно, хотелось пообщаться больше, рассказать вам больше про наши отели, куда можно сходить, что нового у нас произошло в том числе. Поэтому, если будут у вас еще вопросы, буду рад ответить лично. Все, спасибо вам большое и да, до встречи.